там wszystkich. Cześć, Polscy przyjaciele. Решил вам сделать прогулку по Майкопу небольшую. Городской парк и центральную улицу, чтобы вы посмотрели чудочку Майкопа. Надеюсь, я с велосипеда не упаду. Это наш стадион городской. Недавно его построили. Еще даже кое-что не доделали. Ну, это городская больница наша. Тут спортивная площадка. Свободный вход. А то впереди там закрытый зал, бассейн, спортивный зал, тренажеры. Ну, чемпионата мира по футболу здесь не будет. не того уровня стадион. Ну, для города пойдет. Сегодня погода хорошая. Рита мне вчера сделала замечание, почему долго видео никаких не делаю. Но я пообещал Рите, что что-нибудь сниму. Вот специально выехал поснимать. Но все равно собирался давно это уже сделать. Это городской парк Майкопа. Здесь у нас аттракционы. Отдых для людей. Сейчас все на работе, никого нет. Летом тут, конечно, людей очень много. Здесь фонтан вечером включают. Внизу городской бассейн, его летом наполняют, а на зиму зимой спускают. А летом здесь очень большой бассейн городской. Это шлюзы, это река Белая течет с гор. Там, где я ездил в горы, старые видео на реке был. Это вот речка стечет с гор. А вон та вышка. Это видео мое старое. Едем до лясу по Квяты. И вот там я ехал. Вот так. Там поднимался. И потом по горе. Вон к этой вышке я ехал. И там цветы собирали. I've got love. You're beautiful.
Там даже кто-то рыбу умудряется ловить. Не знаю, что-то можно поймать. Но я здесь ни разу рыбу не ловил. Тут вот есть теннисные корды. Тут еще что-то новое делает. Даже не знаю, что это тут будет. А, гаревая дорожка. Тоже, наверное, теннисный корт. Я давно сюда не приезжал. Тут что-то изменилось. А, вход в парк сделали. Тут было старое покрытие. Поменяли покрытие, новую плитку положили. Озеленением занимаются, будут траву, деревья высаживать. Каштаны начали цвести. Так это место раньше выглядело до революции. Вот это здание дореволюционной аптеки. В принципе, историческое здание. Не мешало бы его подремонтировать, но оно такое вот достаточно уникальное. А вон то впереди тоже, можно сказать, историческое здание. Это я уже говорил. Это дом офицеров дореволюционной постройки. Строил его Зинковецкий Дмитрий Иванович. Но он сам поляк. Он первый мэр Майкопа. В 1858 году он, по-моему, мэром был. Но довольно интересное здание. Но оно принадлежит Министерству обороны. А Министерство обороны его не нужно им ремонтировать его как-то и так далее. Поэтому оно в таком состоянии, в плачевном. Городская площадь, а это почта, откуда я отправлял посылку с шапку. Продолжение следует...
это дом совета, ну, административное здание Майкопа. Республики, даже не Майкопа, республики. Библиотека. Ну, на сегодня обзор закончен. Всем спасибо за внимание. Ну вот я до дома почти и приехал. Здорово, Петрович.